Итак, коллеги, всем доброго утра. С вами Павел Тарханов с обзором «Эффект бабочки. Комплексный подход к анализу рынка». Астана всех приветствует. Поставьте, пожалуйста, плюсики, как меня слышно, присутствует ли картинка, и мы с вами приступим к сегодняшнему обзору. Доброе утро, Алмата. Ну что же, сегодня у нас с вами хороший день, выходит Non-Farm Payroll. Доброе утро, Барнаул. Еще раз, коллеги, всем доброе утро. И по традиции мы приветствуем друг друга городами. Барнаул, доброе утро. Алмата, доброе утро. Астана всех приветствует. Ну что же, коллеги, приступим к нашему сегодняшнему обзору. Ну и, пожалуй, начнем мы сегодня не как обычно. Кемерово, доброе утро. А начнем с обзора по золоту. По золоту на этой неделе у нас с вами закрывается окно торгового цикла. И ситуация складывается следующим образом. Если сегодня после публикации данных по Non-Farm Payroll по Соединенным Штатам Америки. Золото у нас с вами устоит на уровнях. Уровень поддержки находится первый на отметке 1197-113, на котором в данный момент мы с вами стоим. Следующий уровень поддержки 1191-071. Там же будет у нас с вами техническое восстановление 5.0 от предыдущего роста по золоту. И если цикл недельный у нас закрывается вблизи этих отметок, либо мы сегодня увидим импульс отскок наверх, но все-таки я думаю, что 1180-595 у нас с вами вероятность увидеть сегодня все-таки присутствует. Ну а с понедельника, скорее всего, золото возобновит свой рост. На 4-часовом паттерне, таймфрейме у нас с вами присутствует бычья модель, уровень 786 по Фибоначчи, последнее критическое число разворота, но нам не хватает 5.0 техническое восстановление и, соответственно, уровень поддержки, еще раз повторюсь, находится первый 1197-113, второй 1191-071. Ну и, собственно, последняя критичная точка, что может у нас с вами сделать золото, 1180-595. Закрепление ниже отметки 1180-595 у нас с вами открывает дорогу для дальнейшего снижения, укрепления доллара по отношению к золоту. Соответственно, рекомендация все-таки до нон-фарма в рынок не входить. На нон-фарме после публикации данных через 15-30 минут нам, в принципе, все будет ясно и понятно. Ну и, соответственно, будем торговать в сторону импульса. Евро-доллар. Евро-доллар тестирует у нас упорно отметку 0.6078, тем самым, на мой взгляд, показывая, что все-таки желание укрепиться у евро по отношению к доллару еще присутствует. Соответственно, на мой взгляд, преодоление уровня 1.06078 откроет дальнейшую возможность для укрепления евро по отношению к доллару к отметке 1.06725. Ну и, собственно говоря, на мой взгляд, большая вероятность того, что мы с вами сможем увидеть 1.09500, 1.09665. Также похоже, что сейчас у нас с вами формируется фигура голова плечи.
Вероятность продолжения укрепления евро по отношению к доллару приблизительно 65%. Соответственно, стоп-лоссы выставляем за отметку 0,4963, приблизительно на уровень 1,04800. Тейк-профит ближайший 1,07953. Если по фигуре. Только лимит. .07477 будет у нас с вами ближайшая цель после преодоления и закрепления выше отметки 1.06078. Часовой график также показывает желание продолжить укрепление евро по отношению к доллару, но опять же после закрепления выше отметки 0,6078 и преодоления отметки 1,06725. На этих уровнях у нас находится два очень сильных уровня сопротивления. По времени максимум мы должны с вами сделать 22.03.2017. Соответственно, на эту дату будем смотреть, что у нас будет происходить дальше. То есть, на мой взгляд, я планирую, что рост до 22.03.2017 года по паре евро-доллар. Иена. Иена пробили уровень 114.739 и похоже, что сейчас формируем третью волну. Соответственно, нас с вами ждет заход наверх. Довольно-таки серьезный. Также на 4-часовом графике у нас с вами сформировалась перевернутая голова плечи. Что еще раз нам говорит о том, что все-таки доллар должен укрепиться по отношению к евро. И ближайшая цель находится на отметке 116.494. Первый уровень сопротивления находится на отметке 115.562. После преодоления и закрепления выше данного уровня пара доллар-иена направится тестировать отметку 116.497. Но так как по правилам Эллиота третья волна у нас с вами не может быть короче всех остальных, соответственно, если в данном случае у нас был импульс и коррекционная вторая волна, то сейчас мы с вами наблюдаем третья, и как минимум я думаю, что мы увидим 118.410. Соответственно, уровни стоп-лосс выставляем ниже локального минимума, который находился 6.03.2017 года, на отметку 113.393, 113.300 можно. Единственное, что вводит в сомнение, это формирование перевернутых фигур голова плечи как на евро-долларе, так и на долларе-иена в одно направление. Но рынок штука серьезная, поэтому в принципе я думаю, что мы увидим отсутствие корреляции между двух этих пар. Индекс доллара.
Индекс доллара показывает свое желание начать снижаться. Похоже, что здесь сформировалась у нас с вами двойная вершина. И после преодоления уровня 101.34 индекс доллара начнет снижение на отработку фигуры двойная вершина к следующему уровню поддержки, который находится на отметке 147. Также присутствует двойная вершина у нас с вами на дневном графике. Ну и, соответственно, это очень радует. Ближайшая цель по индексу доллара – снижение к отметке 147. Следующая цель находится на отметке 99.26. Тем самым снижение индекса доллара поможет укрепиться евро по отношению к доллару США. Фунт. Фунт держит свой уровень поддержки, который сформировался на протяжении нескольких дней. Отметка 1.21403 у нас с вами не была преодолена. При этом присутствует уровень Fibonacci 786. Напомню, что последняя критическая точка разворота. Также коснулись нижней границы канала. Плюс на 4 часах у нас с вами сформировалось уже довольно-таки продолжительное время паттерн бычий, и, соответственно, здесь возможно начало формирования волны С в район 1.27891. После преодоления закрепления выше данной отметки фунт доллар отправится тестировать уровень 1.29381. Стоп за уровень 1.20689, профит на отметку 1.30. Будем делать бабочку. Тем самым на отметке 1.30, возможно, даже выше 1.33. Мы закончим формирование четвертой волны от большого снижения. И уже от уровней 1.29, 1.31, скорее всего, пара фунт доллар возобновит свое снижение в район паритета. Так, по времени. Посмотрим.
22 марта. 29-го. 22-го, 29-го. Профит на отметку 1.28800. Максимум должны сделать 22.03 либо 29. Окей. Так, золото разобрать. S&P 500, да. Золото разобрали. Иену разобрали. Евро-иену разобрали. S&P 500 у нас просит Ирина. По S&P 500 возможен рост в район отметки 2, 3 на дневке закончим. Рост к отметке 2408. Будем тестировать верха. Окей. У кого еще есть какие вопросы, давайте что-нибудь посмотрим. На канадце на 4-часовом графике сформировалась медвежья модель. Также присутствует
дивергенция, что говорит о вероятном укреплении канадского доллара по отношению к доллару США. 4 часа, так, день. На дне непонятно вообще ничего. 342. По канадскому доллару возможно краткосрочное снижение в район отметки 1.33560. Если здесь у нас было первое. Соответственно, снижение в район 1.33372. Опять же, посмотрим, в какой форме сюда будем подходить. Также возможно снижение к уровню 50, 1.32672. И оттуда уже возобновление роста. Пока sell, небольшая передышка. Да, вполне возможно, что уровень 50 мы увидим. Соответственно, отметка 1.32672, но стоп короткий. Стоп выше локального максимума следующего на 1.36100. Профит на 1.32800. Тридцать минут. Раз, два, три, четыре, пять. Похоже, все. Плюс сформировалась дивергенция. Тридцать минут дивергенция. 15 минут. Раз, два, три, четыре, пять. Да, похоже, что будет коррекция. Ну и, соответственно, преодоление и закрепление выше отметки 1.35608. Поэтому стопик сделаем пониже на 35.774 стоп. Закрепление выше уровня 1.35608 даст возможность продолжить канадскому доллару укрепляться. Ну, я думаю, что коррекция в любом случае у нас с вами назрела. Евро-доллар buy до отметки... Где у меня тут профиты? 1.09500, стоп-лосс 1.04822. Пожалуйста. Окей, какие еще есть вопросы? Можем еще что-нибудь посмотреть. Фунт иена, по-моему, на мой взгляд, сейчас тоже будет очень интересно. Где он у нас?
По паре фунт иена цели первая 145 463. И следующая 149 789. Стоп ниже локального минимума на отметку 138. Еврофунт. По паре еврофунт укрепление фунта по отношению к евро к отметке 0,77229. После перекрытия локального минимума уровень поддержки критически находится на отметке 0,82963. После преодоления и закрепления ниже данного уровня у нас пойдет третья волна. Как минимум на 0,77299. Здесь похоже голова и плечи. Разворот. Далеко падать будем. Соответственно, стоп за отметку 88 лучше его. 87 800. И если уровень, который сейчас мы тестируем, 0,87 078, устоит, тогда снижение довольно-таки серьезной силы. На 30 минутах медвежий паттерн. Возможен рост 0,87255. Соответственно, уровень сопротивления последний на отметке 0,87245. Ну, как минимум на 0,84200, я думаю, придем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, девять, 13. Похоже, все. Снижение больше, чем рост. Окей, всем коллеги большое спасибо за внимание и до новых встреч.